что это похоже на работе. Крышка, опять опоздал начальник. Заколебал я вчера, утром бухал, бухал. Но и стоит из-за этого делать скандал. Я-то парень, вроде совсем ничего. И друзья у меня тоже, тоже ничего. Ничего хорошего скажешь ты мне, ничего плохого. Отвечу я тебе, беременный трамвайчик. Ну что это за тема, где идеи, где смысл? Правые, мы не правые, не левые. Мы сами по себе, и название такое ты не слышал нигде. Трамвайчик, сэй, так приятно, нас девушки любят. Но это понятно, а беременной спросишь ты, почему? А вспыть что ли? Я не пойму, зайчик, тебе какая разница? У меня мысли слов, я беременной деве посмотри лучше вперед. Какая эта девушка, наверное, многим нравится, позитив, отрыв. Вот что главное, мы живем для этого. Что тут странного? И названия наши прямо в точку. Маньяки, конечно, и про них вот строчка. Они тоже люди, и это хорошо, я бы сам, наверное. Но это не мое, я люблю груди, ножки, попки. Моя девушка знает, какой я ловкий, сексуальный, нежный и романтичный. У меня стоят всегда отличный, но чего-то я отошел от темы. Я люблю все подряд, вот это проблема. Хотя кто знает, главное честно, я люблю жить и знаю свое место. А что-то нас никто не выгоняет. Нам еще можно играть?